А вы знали, что жир можно заморозить? Я решила поработать с зоной над коленками. Обвели зону, которую мы будем замораживать. Вот сюда будет помещаться мой жир, и под действием холода жировые клетки будут разрушаться. Процедура длилась около часа и была достаточно комфортна по ощущениям. И сколько же стоила эта процедура? Эффект, кстати, накопительный. Я скоро выложу фотографии до и после. Не пугайтесь, после процедуры было покраснение кожи, которое прошло буквально через час. А сама процедура обошлась в 15 тысяч.